Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Главная тема сегодняшнего обзора событий рабочей недели. На пляже или на войне солидные российские турфирмы уже не отправляют людей на египетские курорты в связи с чрезвычайным положением в стране фараонов. Угрожают диверсии. Почему рязанские коммунальщики не пускают инженеров-кабельщиков для проведения работ на объектах? Что сказал последний император? В Рязани прошла встреча спортивной общественности с чемпионом по боям без правил Федором Емельяненко. Основная тревога недели, пожалуй, для всей страны великой, связана с политической обстановкой в Египте. Что ни говоря, это любимый курортный край российских туристов. И наш народ летит к пирамидам и коралловым подводным чудесам, несмотря ни на что. Не так давно туристов пугали кровожадные акулы, но это было некоторым образом даже экстремальное развлечение. Теперь вот война, бунт, выстрелы и объявленное в среду в Египте чрезвычайное положение. На этой неделе мы поинтересовались, а отправляют ли турфирмы людей в пылающую не только солнечным жаром страну пирамид? Ответы на вопросы были вполне ожидаемы. Дело в том, что на этом популярнейшем курорте уже не первый месяц наблюдаются какие-то политические нездоровые ситуации, да, когда там ведутся и забастовки, и стычки, и столкновения, и разбои, и т.д. и т.п. Поэтому мы в своей туристической фирме «Арготур» приняли решение в течение месяца уже как, мы не продаем туристические путевки в Египет. И настоятельно рекомендуем своим клиентам не путешествовать, не приобретать, точнее, туры в эту страну. Но если вы настойчиво все-таки хотите туда совершить... Ну, сорвиголова детская, а поеду, ничего. Да, то мы вам посоветуем обратиться в соседнюю туристическую фирму. Сами продавать не будем. Угу. Дабы потом не быть... виноватыми или какими-то еще в данной ситуации, если что-то с вами произойдет на курорте, по каким-то техническим или политическим моментам вы туда не вылетите или оттуда не вылетите, если у вас что-то произойдет в отеле, отключат свет, воду или что-то с охраной случится, мы не будем брать на себя такую ответственность, дабы потом не отвечать за вашу жизнь и ваше спокойствие перед вашими родственниками или перед вами. К сведению, западные страны начали эвакуировать своих туристов из Египта. Например, как сообщает информагентство, Финляндия вывезет своих уже к понедельнику. Туроператоры Суоми отменяют туры в Египет, по крайней мере, до октября. А что же наши чиновники от туризма? А вот что. В эту среду, когда в Египте ввели чрезвычайное положение, российское министерство иностранных дел только лишь рекомендовало соотечественникам воздерживаться от поездок за пределы курортных зон, исключив посещение Каира и других крупных городов. В четверг днем министерство уже советовало воздержаться от посещения Египта. Дескать, хотите летите, а мы вам, если что, советовали. Запад нам не указ, видимо, решили турначальники, а потому эвакуации россиян из Египта пока не будет, решили чиновники. Это положение на пятницу. Впрочем, ситуация меняется весьма быстро, но факт остается фактом. Другие страны вывозят своих граждан, а наши чиновники, едва ли не заряженные влиятельными туроператорами, пекутся прежде всего о деньгах, которые придется возвращать. Где, интересно, тогда наш премьер Медведев, где волевое решение власти в интересах безопасности сограждан? Или опять все будет постфактум, когда беззащитных наших людей начнут убивать прямо на курортах? Бабло превыше всего, таков сейчас девиз бюрократической России. Но вернемся из жаркого Египта в родную Рязань. Разоблачение недели связано с деятельностью шустрых начальников от ЖКХ. Директор общества с ограниченной ответственностью, управляющая организацией Техрембытсервис, возможно, придется вскоре присесть на скамью подсудимых. Начальник обвиняется следствием по статье «Мошенничество в крупном размере». Вот некоторые подробности от полиции. Руководитель предприятия, осуществлявшего управление эксплуатацией жилищного фонда, был осведомлен о наличии неприватизированных квартир на обслуженной территории, принадлежащей городу. В 2012 году, оформив поддельные документы, он перевел одну из квартир в свою собственность. При оформлении второй квартиры администрации города Рязани был выявлен факт фальсификации документов. К проверке подключились оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. В настоящее время прокурором Советского района города Рязани утверждено обвинительное заключение по обвинению директора ООО, управляющая компания «Техрембытсервис». Уголовное дело направлено в суд.
То есть, получается, жадность сгубила. Одну квартирку удалось, что называется, отжать. На второй махинатор накрыли. И, как утверждает следствие, занимался криминалом не какой-нибудь Сеня Клык или Веня Резанный, а внешний благопристойный руководитель в пиджаке и галстуке. И еще к вопросу о стиле работы некоторых, если не сказать многих, управляющих организаций и компаний. На этой неделе в нашу редакцию обратились жители домов по улице Великанова. Пропал у них телевизионный сигнал, остался народ без интернета и ТВ. Приехавшие специалисты установили в результате кровельных работ поврежден кабель. Кабельщики попытались получить руководство местного ЖЭО номер 9, доступ на крышу, чтобы устранить проблему. Да не тут-то было. Не бывать тому, уперлось ЖЭУшное начальство. Обо всех подробностях странной, если не сказать подозрительной с точки зрения законности ситуации, в следующем репортаже. Работники кабельной компании «Видикон» не могут получить доступ в многоквартирные дома на улице Великанова, это в московском микрорайоне, уже больше недели. По словам инженеров рязанского провайдера, в начале августа во время проведения работ на крышах кровельщики повредили оптоволоконный кабель. Без сигнала, а значит без интернета и телевидения, остались жители более 10 домов. Ни сами горе-мастера, ни работники ЖЭО, которые должны были следить за работами, разумеется, палец о палец не ударили, чтобы принять меры к восстановлению линии. Кабельщики не требуют дополнительных выплат, вернули жителям интернет и телевидение. Нам понадобился доступ на кровлю крыши Великанова 16 корпус 3. Вот. Ребята наши обратились в ЖЭУ номер 9, где им отказали в доступе, то есть не дали им ключи. Руководство их не сослалось на какие-то договорные отношения и финансовые затруднения. Вот. После чего было принято просто решение по временной схеме восстановить этот кабель, чтобы люди хотя бы не страдали. Парадокс в том, что руководство ЖЭО номер 9, в чем ведении как раз и находятся дома на улице Великанова, отказывается пускать их на крыши. Для обычного человека это даже звучит абсурдно. Мастера пришли бесплатно исправлять чужую халатность, а им не дают допуска на место ремонта. Проблема существует в том, что руководство данного ЖЭО просто взяло на себя какие-то непонятные функции о взымании финансов. То есть они оперируют тем, что мы им какие-то деньги не платим за электроэнергию, еще за что-то. Вот. Ну, переговоры ведутся, но очень тяжело. То есть ЖЭУ не идет навстречу ни на какие условия. То есть они ставят свои условия и все, больше ничего. То есть только по ихним условиям надо работать. Дело в том, что ЖЭУ часто ведут себя в подведомственных домах, как старинные разбойники на лесной дороге. То есть, хочешь получить доступ – плати мзду. Вымогают взятки прямо или пытаются навязать договоры с несусветными суммами. Это обычная практика в системе нашего ЖКХ. Причем порой, по словам связистов, дело доходит до откровенного шантажа под угрозой демонтажа оборудования. Это будет уже не что иное, как диверсия. Однако делягам от ЖКХ на законы чувствуется наплевать. Разумеется, речь идет о набивании кармана отдельных начальников. Про интересы обитателей дома никто из деятелей жилищной конторы и не вспоминает. На практике известно, когда дело начнет попахивать судом, взорвавшееся коммунальное начальство пойдет на попятный. Это для жильцов, похоже, единственный путь к справедливости. И еще в качестве напоминания хапугам, вымогательство и порча оборудования – это уголовно наказуемые деяния. А в недлинной пока истории ЖЭО номер 9 уже была ситуация с мошенничеством и подставными лицами 3 года назад. Но это другая история, которую, может быть, придется освежить в памяти местных коммунальщиков. Впрочем, есть примеры и конструктивного взаимодействия между провайдерами и работниками управляющих компаний. В том же московском районе управляющая компания «Единство» у связистов в плане взаимодействия не вызывает никаких нареканий. У жителей подведомственных домов, кстати, тоже. Для работы с провайдерами у нас существует 3 основных правила. Это технические возможности по дому, качественное выполнение монтажных работ и жесткий контроль по выполнению работы. Ну и, соответственно, договорные взаимоотношения. Ну и основные решения по техническим каким-то вопросам проводим совещание общее со всеми компаниями, как правило, для того, чтобы решить все вопросы уже один раз, как говорится, и навсегда. Понятно, что есть у нас немало таких ЖЭО и управляющих компаний, что и врагов не надо, но прямой саботаж работ по ремонту оборудования, это, согласитесь, уже слишком. Абстрагируясь от данной темы, скажем, отнюдь не редкость у нас, когда те, кто должен обслуживать дома, работать в интересах жильцов, просто плюют с высокого чердака на людей, за чей счет существуют. Пока, дескать, свои карманно-жлобские вопросики не решим, ничего делать не будем.
Если жители домов по улице Великанова все же решат обратиться по этому поводу в соответствующие органы или в администрацию Рязани, скорее всего, недолго просидят на своем месте коммунальные начальники. На другие темы. На этой неделе рязанские спасатели провели брифинг по школам и пожарам. Новый учебный год впереди, а потому безопасность завтрашних учеников – самая главная забота, в том числе специалистов-огнеборцев. В областном управлении МЧС прошел брифинг, посвященный подготовке всех школ в регионе к новому учебному году. По состоянию на 14 августа на территории области функционирует 495 общеобразовательных учреждений, значит, из которых в том числе 23 школы с круглосуточным пребыванием людей. По состоянию на 14 августа предъявлено к приемке 430 общеобразовательных учреждений, значит, что составляет 93% от общего количества. За период проверки было выявлено 96 нарушений. 44 должностных лица были привлечены к административной ответственности за невыполнение всех предписаний по противопожарной безопасности. Гостем недели стал для рязанцев последний император, как называют в мире единоборств, Федора Емельяненко. Самый известный в мире смешанных единоборств боец провел в столице области встречу со спортивной общественностью Рязани. Во время своего прошлого визита в Рязань в мае нынешнего года легендарный чемпион смешанного стиля Федор Емельяненко провел тренерский семинар по смешанным единоборствам. Тогда он высоко оценил уровень подготовки местных спортсменов. У вас хорошая школа дзюдо, хорошая школа бокса. Сам лично я очень близко знаком и дружу с самбистами боевыми. И по сборной России знаю многих. Поэтому бойцы у вас есть. Сейчас на встрече со спортивной общественностью из рук Федора Емельяненко удостоверение лицензированных тренеров ММА получили 10 человек. Сейчас, по словам руководителя региональной федерации ММА Анатолия Бароненкова, Рязань вошла в федеральную программу по строительству центров смешанных единоборств. По его словам, спорткомплекс может появиться недалеко от Ледового дворца. Кстати, знаменитый чемпион высоко оценил работу Рязанской федерации смешанных единоборств и деятельность ее президента Анатолия Бароненкова. Близко с Анатолием Борисовичем Бароненковым. Поддерживаем теплые дружеские отношения, друзья, федерация здесь. Кстати, на встрече с общественностью Федор Емельяненко сообщил, что сейчас Союз смешанных единоборств России ведет активную селекционную и кадровую политику в регионах. Этот процесс, по словам чемпиона, идет в Рязанской области крайне активно. В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить». Вот что будет далее. Иваны, родства не помнящие, в селе Красильниково Спасского района на Малой Родине Головниных разрушается память о знаменитой фамилии мореплавателей и общественных деятелей. Высоко забрался, лесорубы обнаружили мумифицированное человеческое тело, привязанное к стволу дерева в 7 метрах от земли. Футбольный фристайл-интервью с энтузиастом молодого вида спорта. Продолжаем программу. Далее о криминале, с которым сражались рязанские полицейские. О результатах очередных рейдов, прошедших в нашем городе, рассказывает Оксана Тивинихина. Сотрудники областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции нежданно посетили Кораблинский район. В процессе проверки ими была пресечена преступная деятельность местных умельцев, продающих самопальную водку. В поселке Ключ на территории бывшего, хорошо известного когда-то ликероводочного завода, как выяснилось, хранилась различная утварь для производства фальсифицированного алкоголя и около 200 бутылок уже готовой продукции. А в выходные уже рязанские полицейские провели рейд по ночным клубам нашего города. Ну и куда же наша молодежь без веселящего газа? Баллончики с отравой и приспособления для их употребления были изъяты полицейскими у двух молодых людей. В медицине применяется закись азота, который разбавляют кислородом в пропорциях 30 на 70. То, что используется в целях получения эйфорического состояния, это чистая закись азота. Поэтому она вытесняет кислород из крови и насыщается углекислым газом крови. Получается гипоксия мозга. Мозг страдает, нервные клетки умирают, и как следствие нарушение памяти, мыслительных процессов, ухудшение слуха, зрения, то есть полный спектр. И кроме того, сейчас четко доказано, что закись азота влияет на процессы, на костный мозг, на процессы кроветворения.
Очень небезопасно все это, а поскольку это вызывает эйфорическое состояние, возникает привыкание. Видимо, в нашей стране слишком многие считают, что нельзя зарабатывать на жизнь законными методами. То ли поколение наше пропащее, то ли государству до этого особого дела нет. Грустный репортаж привезла на этой неделе из командировки в Спасский район Ирина Ковалева. Она была в селе Красильниково, это вотчина знаменитого рода Головниных, мореплавателей, военных, земских деятелей. Хорошо служили они России, много сделали для русской славы и укрепления Отечества. Да только вот память о них все глуше, все дальше и туманнее. Не помнят соотечественники своих славных героев и мудрых деятелей, не помнят. Разрушаются архитектурные памятники старины. Провалился фамильный склеп Головниных. Разрушена 300-летняя домовая церковь. И, похоже, нет до этого никому дела, рассказывает Ирина Ковалева. Село Красильниково Спасского района знаменито не только своими удивительными пейзажами, но и богатой историей. Мало кто знает, что все эти земли на протяжении многих столетий принадлежали одному из известнейших семейств царской России – роду Головниных. Об этом местным жителям напоминает разрушающееся здание их имения, фамильный склеп и церковь. В 90-х годах имение было выкуплено, но грянувший дефолт помешал владельцу отремонтировать здание. Так что теперь оно разрушается и зарастает бурьяном. Не ухожено, не упрятано. Значит, вроде бы частный, а земли у дома нет. Это сельского совета. И бурьяном все заросло. Это так больно. Пока сил у меня было, я выкашивала, убирала все. А когда вот потом я уже старый стал человек, все, у меня сил не стало, все зарастает. Никому это не нужно. Председатель совета у нас в Троице, Троицкое поселение, сначала как бы она откликалась на мое это, что я не могу, надо помогать. А потом она уходит, это выборы, ей ничего не нужно, и все у нас заросло. Именно благодаря деятельности Татьяны Буровой память о роде Головниных возрождается, а подтолкнул ее к этому почти мистический случай. Как-то раз ей пришлось пережидать сильнейшую грозу в разрушенной церкви. Раньше я туда ходила, но не видела, что провалился склеп разрушенный. И я посмотрела в эту нишу, а оттуда вот такой звук, как будто они просят какой-то помощи. Мы тут, вот такой ветер, это прям вот человеческим голосом. У меня волосы дыбом встали, и я говорю, что ж мы делаем? Неужели мы не люди? Неужели мы не можем вот это все в порядок привести? Сегодня Татьяна Григорьевна на свои деньги издает книги о бывших владельцах Красильникова и как может старается поддерживать древние памятники в порядке. Но сил и пенсии одной бабушки на такой фронт работы, конечно же, не хватает. Невероятно себе представить, но эта церковь была построена в далеком 1688 году. Благодатное, намоленное место. Сегодня буквально по крупицам ее пытаются восстановить местные жители. Но вот почему-то ни епархии, ни государству ее восстановление неинтересно. Сегодня, чтобы привести эту церковь в более или менее приличное состояние, нужны деньги, и немалые. Только на реставрационный кирпич нужно потратить около 50 тысяч. Откуда такие деньги у сельских жителей? А властям, видимо, восстановление исторических памятников неинтересно. Татьяна Григорьевна сегодня надеется на помощь неравнодушных людей, но пока помогают ей лишь ее ученики из местной школы. Ведь только они за свою работу не требуют с пенсионерки денег. На этой неделе дорожные происшествия опять трагически коснулись велосипедистов. Не любят у нас водители двухколесных коллег. По всей видимости, считая их досадной помехой на дороге. Даже если едут велолюбители в соответствии с правилами движения, тихо, мирно, никому не мешая. Продолжает тему Оксана Тебенихина. Летом добрая часть рязанцев пересаживается на велосипеды. Быстро, удобно и для здоровья полезно. Отчасти правда. Ведь наш город для данной группы участников дорожного движения совершенно не приспособлен. Ни велосипедных дорожек, ни парковочных мест для двухколесных. Велосипедист при выезде на проезжую часть должен руководствоваться правилами дорожного движения, как водитель. Двигаться по краю обочины правее. Если находится две полосы, дорога двухполосная, то ему запрещается двигаться по левой полосе. Если он перемещается по тротуару, то делать он должен так, не создавая помех пешеходам. Если велосипедисту нужно пересечь проезжую часть, то он должен слезть с велосипеда, перейти
по пешеходному переходу дорогу поступить, то есть как пешеход, и затем продолжить свое движение. Особое внимание стоит обратить на детей, которых родители безрассудно отпускают в город на велосипеде. Ведь человек, выезжающий на проезжую часть, должен иметь хотя бы отдаленное представление о правилах дорожного движения. В рабочем поселке Тума Клепиковского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором получил травмы 10-летний мальчик. 18-летний житель Клепиковского района, учащийся технологического техникума, управляя автомобилем ВАЗ-2105, совершил наезд на подростка, который двигался на велосипеде. Юный велосипедист двигался по левой полосе в попутном направлении с легковым автомобилем, практически посередине дороги. Увидев приближающееся транспортное средство, мальчик начал перестраиваться в правый ряд. Расстояние от «Жигулей» до велосипедиста было очень небольшим. Водитель прибегнул к экстренному торможению, но избежать наезда не удалось. В результате происшествия школьник получил черепно-мозговую травму, с которой госпитализирован в Клепиковскую центральную районную больницу. Та же ситуация, к сожалению, с трагическим исходом произошла в Новомичуринске. Пенсионер-велосипедист погиб под колесами разогнавшейся легковушки. Так что, уважаемые рязанцы, смотрите в оба, будьте внимательными и повторяйте время от времени правила поведения на дороге. И уж совсем страшненькое происшествие, вернее его эхо, пришло на этой неделе из темного мрачного леса. Один из рабочих пошел по своим делам вглубь чащи, да и увидел под деревом человеческий череп. Дровосек стал испуганно озираться по сторонам, посмотрел вверх и вообще остолбенел. На ветке дерева, как позже выяснилось, на высоте 7 метров сидела человеческая мумия. Положение сидя. Сам труп был уже мумифицированный. Вот. На уровне живота был повязан и привязан к дереву, соответственно. Вот. В дальнейшем при проверке было установлено, то, что смерть его наступила не менее 2-3 месяцев назад. Пока еще неизвестно, хотя предположительно, каким образом голова покойного оказалась на земле. Но в целом из судебной медицинской практики не исключается возможность ее, соответственно, разложение трупа, отделение от тела. Но давайте вернемся от мрачной готики к сравнительно светлой реальности. Далее в программе репортаж о рязанском футбольном фристайлере, которому, возможно, суждено стать культовым персонажем в городской спортивной жизни. Для тех, кто не в теме, футбольный фристайл – это исполнение трюков и финтов с мячом. Впервые, как говорится, изобразил на видео фейерверк комбинаций 10 лет назад молодой голландец Суфиан Тузани. Руслан увлекся футбольным фристайлом в 13 лет, но в клубе его технику сочли слабой. Тренер вручил диск с достойными примерами и дал ценный совет. Если хочешь научиться, у тебя в запасе лето. Тренируйся. Спустя 3 месяца Руслан вернулся в футбольный клуб уже со своим видео, чем немало удивил сверстников и наставника. Тренировки по нескольку часов в день дали отличный результат. Футбольный фристайл – это вид спорта. Он пошел от Оли с 2003 года, когда Тузани снял свое первое видео и выложил его на Ютубе. И, следовательно, все, естественно, начали смотреть и пытались копировать и повторять эти же самые трюки, что он делал в этом видео. Руслан уверенно заявляет, научиться ловко и красиво работать с мячом может каждый. Главная сила воли, рабочие ноги и, прежде всего, желание. Начинаю с саперов. Это трюки на верхнем уровне. Шея, грудь, голова, виски. Его заветная мечта – стать чемпионом Европы и мира. 3 года назад он начал уверенно и стремительно двигаться к этой цели. Это был конкурс на чеканку мяча. Я прочеканил 5000 раз, я его выиграл. В следующем году было первенство Рязани по футбольному фристайлу. Участвовало 8 человек. Конечно, мало, но я победил. Хотелось бы, конечно, чтобы было больше народу. Через год, уже в 2012-м, было первенство Москвы по футбольному фристайлу. Было 72 конкурента. Всех обошел, победил. Руслан и не думал, что свою первую ложку дегтя получит вовсе не за мастерство, а за другие навыки, а вернее за их несовершенство. Ему, как и любому уважающему себя фристайлеру, необходимо постоянное обучение тренировки, то есть работа в сильных командах с достойными соперниками. Я уезжал в Польшу на программу по обмену, учился в Белостоке. Хотел попасть в футбольный клуб «Ягеллония Белосток». Она играет в лиге экстра-класса, это самая высокая лига. И, естественно, там требования тоже очень высокие. То есть необходимо знать как минимум польский и еще плюс, естественно, английский. Я думал, что и знание английского у меня хорошее, оказалось, что плохое.
Значит, есть весомый повод подтянуть и эти способности, чего мы и желаем Руслану. Вот и все на сегодня. Хороших вам выходных. Увидимся вновь в ближайший понедельник. Обязательно найдем эфирное время, чтобы поговорить о самом важном. Надеемся, это будут хорошие новости. До встречи.